Спортивное субботнее утро в Ленинском округе началось со скандинавской ходьбы. Все как положено. Сперва разминка, под чутким руководством тренера Людмилы Лозинской. Участники губернаторской программы «Активное долголетие» хорошенько взбодрились, чтобы пройти мини-марафон по территории Центрального парка города Видное. Все мышцы у нас задействованы. 90% мышц задействованы во время ходьбы. При простой ходьбе 60% только. И на 11-й минуте начинает правильно работать сердце, кровообращение. Потом человек даже с больными органами становится здоровым. Немного позже гости спортивного праздника переместились к хоккейной коробке, расположенной там же в парке. Здесь на ровном и красивом льду мастер-класс давали представители ветеранской команды хоккейного клуба «Металлург». Надо как можно больше привлекать детей, взрослых, чтобы они отрывали детей от компьютеров, чтобы они приходили, меньше сидели возле планшетов, компьютеров и больше выходили двигаться. Как бы спорт – это движение, жизнь. Самый зимний вид спорта привлек внимание подрастающего поколения. На свежем воздухе дети с радостью учились уверенно держать в руках клюшки и играть в хоккей. Мне нравится, и это уже не первый раз, когда я так собираюсь. Уже один раз были в другом месте, только уже на детском турнире. Вот. Мне вообще нравятся вот такие мероприятия, когда можно поиграть и гонять шайбу. Такие спортивные выходные в рамках губернаторской программы «Зима в парках» в Ленинском городском округе проходят регулярно. Следить за афишей мероприятий можно в социальных сетях парков города Видное. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.